Времени суток. Сегодня мы с вами покормим радужных попугаев, которые у меня живут. В саду они спускаются на кормежку. Не знаю, сколько штук сегодня прилетело. Сегодня очень жарко, около 40-38, если быть точным. Я их кормлю хлебными крошками наполовину с водой и добавляю им такую формулу для попугайчиков, для Лори, Golden Lori. Здесь такие витаминчики всякие полезные. Их много, на самом деле, видов всяких добавок, но вот меня пока так мирно очень ведут. Не дерутся, но сейчас, мне кажется, начнется, когда еды станет поменьше, они начнут делиться. Ну, точнее, не делиться. Такие они очень ревнивцы такие. Мне итальянцев напоминают. Они так прям громко ругаются. Смешные, в общем. Мясник. Butcher Bird. Я ее зову Валя. Я ей тоже приготовила небольшой ужин. Кусочек фарша. Вот как она. Я их спугнула, но сейчас. Как она будет ловить мясо. Смотрите. Валь. Я даже не заметила. Так, спустилась птица Honey Eater. Это вид Honey Eater. Вообще-то это Noisy Miner. Серенький такой, с желтым клювом. И радужный попугай не очень этому рады никогда. И вот сейчас начнут ее отгонять. И, собственно, это как бы призыв приступить к еде. Вот они все начинают спускаться и поглощать то, что я им приготовила. Это как будто вот такое ощущение создается, что у них там сидит такой главарь один, и если пока он не спустится, они тоже не то. 10 штук их здесь сейчас, а вот представьте, когда их 30, здесь идет постоянная бойня, часто они так организованно вокруг тарелки сидят, практически не дерутся, а обычно это просто такой бой. Вот такие они. Сейчас их там 15 штук где-то. Видите, чужаков уже не пускают. Мало места, мало еды. Это, конечно, птицы, которые дрочливые, кстати, птицы. И очень крикливые. Я думала, что это очень тихие птички. Посмотрим. Они на деревьях. Вот один, два, три, много. Привет. Здорово. Как дела? Еда уже готова. Чего ты делаешь? Привет! Привет! Здорово! Thank you.